сейчас начнем вообще всех русских фигачить. Ты опять читаешь мои мысли? Хорошо, мы сейчас возьмем и введем войска для защиты русскоязычного населения. 40% в Латвии. Что за шмурдяк ты пил? Вы не могли бы вообще больше ничего не говорить на эту тему долго? Помолчать! Вы видели что-то там? Потому что невозможное просто то, что вы говорите. Ваша Россия – это болото из гноя, крови и грязи. Покажите мой компьютер! Кто это? Он работает. Я купила себе новый компьютер и решила, что ты будешь работать на этом. Очнитесь уже! Очнулся гипс. Вы что, вот этим заразились? Нет. Вот такое оно искусство какать. Теперь это называется вкусная точка? В бок тебе заточка. Нет. Мессер. Перо. Тесак. А зачем это мне? Всякая эта сволота продажная. Этот Галкин. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет. Галкин! Все эти мерзавцы, включая Гребенщикова. Честнее, правдивее, лучше всех. Вечерним удозвон. Ну, я-то тут при чем? Ребят, на его месте должен был быть я. Напьешься будешь.